Информирую вас по закону, что я вас освободил от занимаемой должности, а исполком отправлен в отставку. Поэтому, пожалуйста, пересядьте туда, я не возражаю, что вы присутствовали в качестве обычного. Так, я прошу прессу на минуточку. Выйдите на минуточку. Не было никакого инцидента, просто Чернев сел не в том месте, где должен быть. Потом он пересел и спокойно все продолжилось. Инцидента не было.